Во-первых, комментарий по игре, насколько удалось ничья Амкару. Сложно, тяжело, просто. Ну, тяжелый матч, но я думаю, мы доминировали всю игру, и обидно, что сыграли ничью. Должны были побеждать. Ну и вот как вам сегодня в дебютном голе себя чувствуете? Сначала не поверил, что мяч залетел в ворота, а потом, конечно, эмоции переполняли. Как команда поддержала? Да, все футболисты, все игроки, тренера, все поддержали. Ну и вот сейчас считаете, кто был ближе все-таки к победе, потому что так? Я думаю, мы были ближе к победе, у нас было больше моментов, играли агрессивнее всю игру и должны были выигрывать. Вот много было нереализованных, на мой взгляд, моментов. Почему это происходило? Наверное, уверенности не хватает в завершающей стадии. Именно в завершающей? Именно в завершающей, ну и при подходе к воротам тоже. Угу. Ну, все, спасибо. До свидания.